Поменялись ролями. В Рогачевском районе жена подозревается в истязании мужа. В уголовной практике случаи редкие, особенно если учесть, что подозреваемая 3 раза привлекалась к административной ответственности по заявлению супруга. 2 раза женщина попадала в милицию за нанесение побоев своему суженому. Еще один визит в отделение у нее был за причинение любимому психических страданий. В конце января мужчина не выдержал и снова сообщил о рукоприкладстве супруги. Таким образом, за крутой нрав и агрессивное поведение женщина 4 раза одержала ответ перед законом. Чем ее постоянно злил муж, не сообщается. По факту истязания против 42-летней белоруски возбуждено уголовное дело.